Наконец-то получила растения от Экваджинеры. Их всего три штучки, но такие они хотелки-хотелки, как обычно, в общем. Целогина Мура. Это моя третья попытка подружиться с данным растением. Все три были от Экваджинеры. Растения приходили неплохие, но я, наверное, что-то делала все время с ними не так. Антуриум Фугетти просто красавец, просто. Просто у меня нет слов. Такое мощное взрослое растение. Ну, конечно, не мощное, в том плане, что они же вообще огромные бывают, антуриумы. Но взрослое шикарное растение. Я не смотрела, что там еще внутри. Но от листьев его я просто в восторге. Просто. Я получала в этом году относительно недавно вместе с алоказиями антуриум хрустальный. Малыша, от него я тоже в восторге, но этот... Этот просто шикарный. Растение, как и заявлено, то есть он обычный фугетти, без всяких сильверов или белых полос, так скажем. Вот эти жилки у него бывают еще более такие выделенные, серебристые или белые. На ощупь он просто шикарный. Просто. Надеюсь, я с ним подружусь. Есть какие-то белые, как это назвать, пятнышки на листьях, такие вот точечные на более молоденьких. Ой, не знаю, антуриум — это какая-то моя новая любовь, наверное. Я думала, что алоказии моя новая любовь, но антуриум — это просто ихние листья бархатные такие. Они, наверное, даже не бархатные, то есть они не ворсистые, они... Ой, они шикарные. Так, ладно. Маздевалия Вичана. Пробую подружиться опять с маздевалиями. Размерчики я ждала побольше. Но все равно неплохое растенице. Есть новые ростики. Листик один желтеет. Надеюсь, больше не будет пожелтения, потому что кустик в целом небольшой. Наверное, горшочек 1,7. Это обычная тоже вичана. Так, ну и целогина. Мура. С таким названием. Тоже это... Первая была у меня просто целогина Муры, такой подросточек приходил. Потом была следующая тоже, вот это Вестон Берт. Тоже растение было неплохое, но я не знаю, то ли я обрабатываю, и они у меня там загнивают, то ли, может быть, сразу много воды им даю. Тоже взрослое неплохое растение, есть тоже какие-то белые пятна. Но каких-то червецов я не обнаружила. В тот раз она у меня приходила в горшочке была, в этот раз просто вот ком обвернут в бумагу был. То есть видно, что есть какие-то корешочки, вот есть какие-то бульбы немножко с какими-то повреждениями. Но думаю, что это не страшно, надеюсь. Такой лист у меня отвалился откуда-то вот с другой стороны, вот отсюда. Вот такая подсушенная немножко. Вот это пятнышко что-то мне не нравится. В общем, я очень надеюсь, что третья попытка подружиться с данной... Ну да, это на обработке похоже. С данной целогиной будет у меня более удачная. Очень-очень на это надеюсь, потому что
Эту целогинку я такую выбирала, я выбирала. Вообще у меня целогин нету. И это была выбрана за шикарные белоснежные цветы. Ну и вообще за внешний вид, за тип роста. То есть такой она плотной кучкой растет, бульбочки. Целогины, потому что тоже все разные. У этой должны быть крупные белоснежные цветы. В общем-то, за это я ее и выбрала. В общем, я в восторге от антуриума. Так, ладно, закончу на этом. Если адаптируются и будут жить, потом сниму продолжение. Прошло, наверное, пару недель, как я получила растение из Эквадора. Думаю, наверное, уже можно зафиксировать, как они выглядят на данный момент. Так, с кого начать? Начну, наверное, с целогины Мура. Ну, я с ними, со всеми, ничего глобального не делала. Все приходили с каким-то субстратом, с корнями. Я лишь воткнула ее в горшочки и добавила похожего субстрата. То есть, если целогина была в мхе, я добавила ей мха, ну, пеностекло. Немножко поддулись бульбочки, которые были новые, вернее, последние. От них растут новые ростики, которые вот побольше, кажется, тоже немножко увеличился в размере. И вот с левой стороны тоже растет. Не быстро, но растет. Я уже этому очень рада. Потому что, повторюсь, это уже моя третья попытка завести данную целогину. Как-то я тут что-то потянула за какой-то листик с подпорченной бульбочки. Он у меня отвалился, отломился. Я туда капнула Максима фунгицида. И что тут у нас еще имеются? На старых листьях вот такое вот. Ну, думаю, что это не страшно, потому что там какие-то механические повреждения были. В общем, более-менее. Так, антуриум. Фугити, красавец. У него были шикарные корни. Я, наверное, вставлю фотографию. Почему-то вот он мне портит вот так вот последний лист. Возможно, это либо перелив, либо наоборот недолив. Но это только на вот этом последнем листике. Ну, разве не шикарные листья? Ой. Я себе, кстати, еще один фугетти заказала. Только уже будут там, по-моему, белые прожилки. Так, он сидел, по-моему, там были кокосовые чипсы. Субстрат. Так, как это показать? Я намешала что-то похожего. Чипсов у меня, конечно же, не было, но были корни папоротника, кора, пеностекло. И вот я уже вижу, что оплетают, растут новые кончики корней. Еще я вижу, что я не знаю, что это похоже, как будто бы какой-то цветоносик, что ли. То есть, наверное, вот справа это, возможно, будет новый лист, а по центру может быть цветонос. Замечательное растение. Я им очень довольна. Единственное, что вот непонятно, что с листиком. Ну, надеюсь, ничего критичного. Классный. Девалия Вейчана. У нее я не особо замечаю
Что-то растет, не растет. Это вот пенечек был, который листик отвалился по приходу. То есть сам пенечек тоже так пожелтел, подсох. Ростики какие-то новые вот имеются, но я не особо замечаю, растут они. Не растут. Тургор листики особо так и не набрали. Я ее так иногда стараюсь как бы с просушками все-таки поливать. То есть я тоже ее ком самхом лишь обложила, ну как бы еще мхом. Такой вот горшок посадила. Ой, не знаю, не знаю. Надеюсь, подружусь. У нас сейчас началась уже такая более теплая летняя, наконец-то, температура воздуха. Весна была очень холодная. Это я к тому, что для Моздывали все-таки более предпочтительные прохладные температуры. Так, ну ладно, будем смотреть дальше. Вот тут мне даже кажется, как будто у нее цветоносик какой-то, но она так с ним и приходила. Ладно, буду дальше наблюдать.